Привет вас на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть Sniper Elite 4. Итак, у нас порт Лорина, который мы наполовину уже опустошили путем уничтожения врага. Ух, музыка. Музыка, музыка, музыка. Так, уничтожить танк. Вот здесь такое чувство, как будто человечек есть. Есть человечек? О! Какая-то снайперская позиция по ходу дела. Очень интересно. Так, это мы отметили. А куда тут идет она? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Смотрит на меня. Ух ты, едет. Танк едет. Давайте посмотрим. Он сейчас как раз вот здесь вот должен бахнуть. Ну же, ближе. Давай. Ты только не уходи, там тоже взрыв. Не убил. Ну. Первый выстрел. Кого-то убил. Механик. Ну и что там? Артиллерист, да? Все. Дело осталось за малым. Даже не знаю, куда сюда бежим. Потом подорвем. Наверх, наверх. Господи, тут еще этаж. Так, что-то я подобрал. Где еще что-нибудь есть, нет? На растяжке, да? Так, что у меня? Нет, нет, нет. Вот он, мой автомат. А его мы просто обшарим. Кто у меня там? Наверху я вроде всех уничтожал. Или что, заново вырос там? Ну ладно. Так, что с пистолетом? Пистолет-то не тот. Вот так. Перезарядка. Куда, куда, куда? Ух ты, боеприпасы. Бинты, бинты, бинты нужны мне? А давайте перевяжемся. Вот так, перевязались.
Надо смотреть, что у нас здесь имеется. А там же еще третий этаж точно. Так. И теперь внимание, выстрел. Все, теперь они туда сейчас придут, пока пусть там потусуются. Я от них далековато нахожусь. На третий этаж надо было, что ли, туда побежать. Полз, да? Полз, да не дополз. Ах ты, дурачок, дурачок. Так, туда мне не надо. Ой. А вас там так много еще. Это я где опять? Ладно. А, подождите. Подождите, я не понимаю. Так, мне... У меня где-то еще... Вон танк с правой стороны. Мне вот сюда надо-то. Так что... Ну, сейчас посмотрим. Так, так, так. Где здесь я залазил на третий этаж? Видел. Так, это выход. Здесь. Вот он. Сейчас еще выше поднимемся. Столовая. А? Спуститься можно. Вау. Вот так. Смотрим. Обкрадываем. Тихо. Нет, меня загасили со всех сторон. Надо было туда гранату. Кому ты там машешь? Так, оказывается, я этого не убил, да? Оп. И бежать. Нет, нет, ты меня не видишь. Ты меня не видишь. А у них тоже есть, да?
Все, давай, давай. Кто-то по мне фигачит так сильно. Так. Надо было заминировать, да, поди? Ну ладно. Это все потом. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ушел. Хоп. Хоп. Убийство егеря. Здесь больше нечего искать. Вон он стоит. Чего ждешь-то? Непонятно. Стоит, ждет чего-то. Ну, да выглядывался. Тихо-тихо-тихо. Давай, ты там, я здесь. Ждем. Ладно, потом приду. Больше ничего не найти. Ах ты падла, ты вон где, да? Вот здесь вот ты решил, значит, спрятаться. Ай-яй-яй. Хоп-хоп. И нет тебя. Кто меня там хотел? Не вижу. Вроде никто не должен меня видеть. Думаю, я собрал все, что мог. Да я думаю, нет. Так, что у меня растяжки, мины, не все еще. Ё-моё, я так один спустился. Если все чисто, что ж они меня тогда там ищут? Не все, значит, так хорошо. Так они убегут, мне еще танк взрывать сейчас идти. Ушел. Вниз ушел, да? О, офицеры. Так, тут наверху надо посмотреть, что. Я уже близко к складам к этим подобрался. Ну,
Ну, где тут еще чего есть? У вас. О, я здесь был, что ли? Отмечался? Там, видимо, оружейный склад внизу. Сейчас проверим. Ну да, скорее всего, так оно и есть. Когда-то здесь я отмечался. Тут труп, там труп. Давай, поднимайся быстрее. Ну, дебил. Как-то не вовремя все. Это, конечно, хорошо, что ты взорвался, но... Эх! Дурачок ты, дурачок. Кажется, собрал тут все полезное. Где тут что еще есть? Мины. Гранаты, растяжки. Это хорошо. Где тут вообще склад находится? Где? В каком складе? Ну, вот в этом вот. Здесь мне ничего не надо. Одни трупы. Ладно. Пойдем сюда пока. Так, ну поверху там мне там все равно не пройти. Я так полагаю. Да и танк меня заждался. Сколько его можно томить там? Так, а кто это, танк? Нет. Танку нельзя на меня смотреть. Он же меня сразу грохнет. Как вас много. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин. Вот это гнездо. Не выглядывал. Так. Танк у нас в безопасности. Так, я. Мне сюда все-таки надо. Ё-моё. Давай. Беги толстожопый. Это налево, направо.
Далеко, да, от меня? Не успел. Хоп, хоп. Вот так вас только и надо вырубать, гадину фашистку. Сейчас еще твой кореш там такой же дебил бегает. О. Хоп. Не успел, не успел. Мышцы, да? Мышцы, мышцы, мышцы. Вот и все. Да, я даже представления не имею, как это должно все выглядеть. Взорвал стену. И как я понимаю, еще можно где-то взорвать. Это мое предположение. Вот отсюда можно залезть. Сколько вас здесь? И второй он там сидит. Ну-ка, давай, давай, давай. Да почти угадал. Сторожа тебя. Убийство офицера. Ну шмонай давай его. Больше ничего. Неплохо, неплохо. Взорвали. Что мы тут могли получить, не знаю. Но вот здесь-то мы точно знаем. Какая-то штука есть. Ух ты! Не как система наведения. Куда нам дали? Так. Найдите разведданные. Налево надо уходить. Ну ладно, уйдем налево из порта. Правильно хоть бегу-то? Неправильно. Вот сюда надо куда-то. А по железной дороге дойду? Хотя, нет, надо все-таки туда мне. Там же оружие, которое надо грохнуть. Эй! Асланбек! Чуфыр! Чуфыр! Обнаружено тело. Конечно, обнаружено. Я там столько покрошил их. Без шума. Без боли. Так, давай-ка растяжечку бахнем. Вот здесь.
Вот здесь. Ой. Так, где-то снайпер, да, был? А только где? Ну вот там где-то есть снайпер. Вон он. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно. Он меня пока не может никому сдать. Буду работать по прикрытию пока. Так, а мы пока уйдем сюда. Подождем, когда все уляжется. Ой-ой-ой. Прелестно. Где-то. Не вижу. Ой. Я даже так могу скрываться. Вот. Хорошо. Есть. Главную опасность мы убрали. Так, а ты-то туда не пойдешь, да? Как я понимаю. Не будешь рисковать. Здесь у нас что? Ну, можно обойти, может. Идет поиск врага. Враг не найдет, да? До кого вы дойти-то можете? Оп.
Вот так вот все тихо и благородно. Тут больше ничего нет. Ладно, на обратном пути все равно. Один вход, один выход. Че сиськи мять? Ой, такие наивные. Тут можно так, да, по стеночке так пройтись. Или нельзя? Еще и катер. Я что буду от вас сейчас бегать, что ли? На, первому врыло. Второму. Где там третий есть? Ой, ой. Он даже в меня попал. А мы пока вот здесь вот. Посмотрим. Да, 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 конечно. Конечно, конечно. Чё там, не дошел еще? Не наступил? Да, конечно, мне вот только там скрываться в канализации. Эх ты, мяфа. Ну ты что, долго будешь сиськи мять? Ой. Пригодится. И где мой камушек? Оп! Все. Ой, беда с вами. Ой, беда, беда, беда. Так, еще катер надо уничтожить по-быстрому. Так, снайперов, надеюсь, больше нету. Здесь, по крайней мере. Оп, что-то собрали, что-то насобирали. Так, R. Заложили. Р. Дергали. И бежим, 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 бежим. Отлично. Обе пушки. Вау. Так, это уже серьезно. Забираем. Повезло кому-то, выжил.
Так, надеюсь, она там внутри никого нету. Вот там еще танк. Тихо, 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 тихо. Вот так. Блин, как бы они в танк не залезли. Это дадут мне просраться. Самый ответственный момент. Так, а мне туда и не надо. Мне сейчас сюда надо уходить. Хорошо, вот пусть они сами там тусуются. Ты предупредить. Давай. И еще разок. Один убежал. Встали, столпились. Ждут. Надо ждать. Так, наверху. Вот. Кипиш навел. Да. Наверху, да. Кто в теремочке живет? Оп. И нет тебя. Оп. И нет тебя. Ты видел, да? Как я твоего корешка? Вот и все. И непонятно, да, откуда? А
А ведь я радист. Что подмогу вызовешь. Так, что еще выше где-то? А, это же надо уничтожить. Прожектор. Пэрис Хилтон. Точно. А вот и третий. Так, корабль. Надо уничтожить корабль. Как я думаю. Лежат гаврики, покоятся. Ну что ж, ладно, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии и увидимся в следующем видео. Пока!